Добрый день, меня зовут Вита. Я живу в городе Санкт-Петербург. Хочу поделиться с вами отзывом о Genetic-тесте. Genetic-тест мне подарил мой брат, он находится в другом городе, в Новосибирске. Прислал мне его к Новому году. Не скрою, сначала к подаренному тесту я отнеслась скептически. Для меня дактилоскопия – это что-то связанное с уголовным кодексом. Но как только я открыла упаковку, у меня была расширенная версия теста, мне стало неподдельно интересно. Во-первых, все было удобно и продумано. Компактная упаковочка, внутри чернильная лента, лист для моих отпечатков, инструкция. Ну, в общем, все, пожалуй, не хватало только влажной салфетки для протирки рук. Во-вторых, отсканировав и отправив свои отпечатки, я получила ответ уже через 20 минут. Это при том, что мой даритель находился совсем в другом городе. В-третьих, мне пришел такой анализ меня, какой ни один психотерапевт не дал бы. И это при том, что тест я прошла за какие-то там считанные секунды, а ответ мне пришел на 30 с чем-то листах. И все обо мне. Там было что-то сначала про теорию, как это все зарождалось, этот тест, но потом я это пропустила и перешла сразу к информации о себе и к своим показателям. Результат я, не скрою, сразу разослала своим родственникам и знакомым, и они подтвердили, что весь этот манускрипт обо мне такой, какая я окажусь им. Я ничего не изменила в своей жизни и не поменяла свое место работы, но мне теперь легче понимать себя и понимать реакцию людей на мои поступки. Я знаю, над чем нужно поработать и в каком направлении развиваться. Ну и плюс получила огромный заряд бодрости от теста, наверное, потому что мне еще раз дали возможность увидеть, какая я клевая. Ну и как совет, Genetic-тест – отличный вариант для подарка человеку любого возраста, пола, веры, степени близости к дарящему, и очень универсальная штука. Универсальная, но уникальная. Желаю вам удачи!